оказался в параллельной вселенной, где блогеры ходят на выставки художников, снимают видео об этом. Кто-то из блогеров рвет на себе футболку от восхищения картинами или концепцией искусства. Кто-то сидит у себя в комнате и делает обзор от впечатлений после выставки. Кто-то устраивает битвы между блогерами за покупку картины. На стримах собирают донаты на то, чтобы праздновать в сквоте. Куда движется русский сегмент Ютуба? Нужно, чтобы популярные блогеры начали ходить на выставки Артбрюта, снимать видео о своих походах, о подготовке к походу на выставку, чтобы они обсуждали картины, и также концептуальное и визуальное искусство. И тогда из варварства и эскалации насилия, смешанного с пустотой и подражанием, русский Ютуб превратится в нечто уникальное, и эти блогеры смогут повлиять на развитие этой цивилизации, избежать войны, самоубийств и депрессии людей. Все это случилось потому, что я решил помогать бедным художникам. На ужин сегодня сухари. Всем хорошего настроения. Вы видите, что я приобрел новые вещи для своего дома. Это скрипку и несколько рамок и картин. Теперь весь мой дом завален картинами. Здесь посылка тоже с рисунками. Я подумал, что так много денег тратится на какие-то ненужные бои, какие-то разборки, какие-то доказательства. Привет, YouTube, с вами Дмитрий Ларин. Хочу сказать вам о очень серьезной новости на моем канале. О том, что вся моя деятельность была бессмысленной. Теперь я буду только снимать видео о том, как я хожу на выставке современных художников. Я отменяю свой Versus Battle с Юрием Хованским. Знакомить свою аудиторию с данными художниками, которые будут на этой выставке. Немагия просит 200 тысяч рублей за выставку. Это просто жесть. А мы смотрим ролик. Погнали. Скажу честно, долго думал, долго созревал, долго себя готовил тому, что я сейчас вам скажу. Ну, во-первых, я говорю это на полном серьезе, без доли иронии, троллинга и какого-то юмора. Послужило этому, наверное, последнее событие, которое произошло буквально на днях. Возможно, один из первых, а может и не последний, кто рвет на себе рубашку и призывает блогеров начать ценить изобразительное искусство, ценить художников и изменить направление русского Ютуба. Изменить направление Ютуба. Приходите на выставку и докажите, что вы мужики. Вот сколько я уже картин. Социальный гиперреализм, Артбрют. Искусство русских классических художников-передвижников и Эдвард Мунк, Антонио Гауди. Нахрен линию, движущую нас в никуда. Ваши скандалы, интриги, расследования. Эту кисть и эти наждачки, на которых рисует художник, я бросаю вам. Приходите на выставку и докажите. Что вы мужики? Все, чего пока я все сказал. Подписывайтесь на канал, поддержи ролик лайком, приятель. Скоро на этом канале выйдет видео, где я посещаю выставку. Чуть позже. Во-первых,